Итак, мы видно меня отсюда. Мы сейчас будет сделано подношение танцем фламенко. И нам надо, чтобы ритм собирался. Надо, чтобы один человек держал ритм этой песни, этой мелодии. Ой, извините, я забыла, что перевод еще идет. Я хочу пригласить вас со мной. Мы будем отбивать ритм. Я вам сейчас покажу. Это очень просто. Следуйте за ней. Та-пум-та. 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 Круто. Если вы зашибетесь, то смотрите просто на меня. Спасибо вам. Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando pasa la vida y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Ilusiones y tu bello sueño, todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, pasan los años, pasa la vida con su carga de desengaño, pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasan los años, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quiera llevar. Pasa el cariño, pasa el cariño, pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño, pasa el cariño y apenas recordamos que hubo. Apenas
llega la soberbia, pero un día pasa la gloria. Pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quiera llevar. Благодарю за то, что учите нас, Гешела. Продолжайте нас учить. А Гешела ответил, продолжайте танцевать так красиво. Yep. Hi, welcome back. Yeah. Приветствую вас назад. Мы вернемся к Ламриму. Мы на этой части текста на Цакен. Хорошо. Я буду просто продолжать. На Цакен. What he says here is, listen. Что он здесь говорит? Слушайте. To turn a problem into an opportunity. Okay? What's that mean? Проблему в практику. Это особый навык. Очень часто у нас происходят какие-то катастрофы. Мы расстраиваемся. Мы целую ночь переживаем об этом. Не спим. Потом на следующий день... Вы вспоминаете Ламрим. Постарайтесь это понимать сразу. Тогда это очень полезно. Это как... Знаете, это как начать тушить пожар на следующий день. Надо выработать инстинкты, автоматические реакции. Когда проблема возникает, вы такой... О, новый щенок, к которому можно потянуться. Наши проблемы – это как новые щенки. Вместо того, чтобы отталкивать их, мы пытаемся с ними играемся. Знакомимся с этими щенками. Это сделайте самые ваши проблемы вашими друзьями. Реагируйте немедленно. Не откладывайте на два дня. Вспоминаете через два дня дарму. Дарму надо применять сразу. Если вы можете в середине проблемы применить дарму, это очень могущественно, это очень сильно. Думайте быстро, думайте, реагируйте и не выбивайте себя из баланса. В середине катастрофы вам надо вспоминать и помнить о Ламриме. Это очень полезно. Только в середине катастрофы вы действительно превращаете проблему в возможность. Если вы ждете два дня, это обычно
слишком поздно, и вы теряете энергию проблемы. Как человек, я думаю, что у меня это получается. Когда у меня проблема, я пытаюсь ее развернуть в возможность превратить. И знаете, личные советы. Делайте это быстро. Не ждите. Не ждите 2 дня, и потом пытайтесь решить проблему, то, что еще можно решить. Особенно личные проблемы с людьми. В тот момент, когда человек создает для вас проблему, используйте это как возможность. Найдите способ развернуть проблему в успех. Не ждите 2 дня. Вы тоже не будете спать 2 ночи. Будете переживать об этой проблеме. Если у вас есть с кем-то проблема, просто решайте ее сегодня. Используйте эту энергию для переворачивания в позитив этой проблемы. И ваша жизнь будет чудом. Моя жизнь — это просто одно удовольствие. У меня весь радостный целый день. Я сплю хорошо, очень хорошо. Я очень рада, что мне не надо сидеть на занятиях. Я могу не обязательно говорить весь все занятие. Я сплю хорошо, высыпаюсь. Следующее. Я был в самолете в Японию, когда я разрешил себе посмотреть телевизор. Я не могу переводить, когда я ем. 10 минут. Я пытался найти фильм, который был адекватным, который бы не испортил мое настроение. Был документальный фильм. Называется «Мотокросс». Это человек, это герой фильма, это был чемпион, который проехал на... И они показали, как он упал. И он... Что-то случилось с его спиной, с позвоночником, и нельзя было ничего сделать. Он... Его... в такой ситуации ноги уже никогда не будут работать. И... Они взяли камеру с вертолетом, они взяли, когда его перевозили в вертолете, и они снимали всю эту историю, как они прилетели в гостиницу, и девушку, девушка лучшего мотокроссера. И тут неожиданно надо заниматься им, помогать ему, уходить в туалет, заботиться о нем, перетаскивать его в коляску. Что меня поразило, как быстро он адаптировался, адаптировал свое сознание. И это показало, что он настоящий чемпион. Он не стал в депрессию, он начал реабилитироваться быстро. Что мы сейчас будем делать, он сказал. Как мы... Надо было разрабатывать руки. Но то, что меня поразило, он так легко отпустил свою гордыню. Он сдал свою гордыню. Он был очень известным человеком. Девушки за ним бегали. Конечно, девушки теперь начали убегать от него. Кому он нужен такой, да? И он, его гордыня... ушла с этим. Он так это сделал с таким достоинством. Если у вас есть возможность, посмотрите этот фильм. Это целая история про тех людей, которые что-то сделали с ними, позвоночниками. Это Чинджу. Что это такое? Бодхисаттва Чая Аватара. Путеводитель к жизни путем бодхисаттвы. Это совет Шантидевы. У проблем есть одна хорошая вещь. Гуна. Хорошее качество на санскрите. Когда у вас в жизни все валится, есть гуна. Есть одна хорошая вещь, качество в этой проблеме. Она уничтожает вашу гордыню. Он стал очень мягким.
скромным человеком. И вся эта вещь, что он был лучшим гонщиком на мотоцикле, она ушла. Но надо было, чтобы был сломан его позвоночник, который брал его гордыню. Я думаю, что у меня тоже был такой опыт в диамантовом бизнесе. Я эту историю рассказываю часто. Есть семья, это семья Жеран. Они переехали в Бельгию. Они даже были, им дали целый титул королевской семьей. Они построили большущий детский госпиталь, больницу в Бомбее. Я работала в их офисе. Я покупал диаманты в их офисе. Я как-то пошел в туалеты. У них был золотой туалет, сделанный из золота. Весь туалет сделан из золота. И там на нем были даже какие-то... Вы знаете, что в Индии они без туалета, они приседают, чтобы сходить в туалет, пописать или покакать. И это... He built a parking garage in his basement of his office to hold his antique car collection, and then he invited me to go to, he said, you want to go to my son's wedding? I'm like, okay. And they rented Mumbai soccer stadium, 60,000 seats. They turned it into a Gujarati tent. Они превратили это в Гуджарати тент с участников, тент такой большой, до 60 тысяч участников. И там у них было 60 тысяч участников, которые по пути на стадион, я был там, и они взяли такой большущий, и они разбрасывали диаманты по дороге с офиса до стадиона. Они были очень популярны в то время, вы знаете. И они ездили в эти ужасные, бедные районы Бомбея, они разбрасывали те диаманты. Я такой думал, вау, это невозможно. Через год у него был сердечный приступ. Отец семьи. И он был молодой, ему где-то было 50, инсульт, ему где-то было 50 лет. И на следующий день его надо было принести в офис. Его водитель лимузина выходил и его вез в офис. Вез его в нее. И они сделали специальное кресло для него. Он не мог говорить, не мог писать. И в Индии вы очень уважаете своих родителей. И дети сделали для него большой этот стол. И они его приносили, и он там сидел за столом. Они его приносили, чтобы он там был. В конце дня его забирали. Они это делали, чтобы он себя чувствовал, что он еще часть семьи, что он там причастен ко всему, что происходит. И потом я был такой... Вчера он был... Он показывал мне миллионные долларовые камни драгоценные. А на следующий день он не мог ни говорить, ни ходить. Это было для меня невероятное благословение. Это меня действительно тронуло и очень сильно трусануло так, знаете, потому что мы все рано или поздно к этому придем. Если ваши дети хорошие, они вас поставят, разместят в хорошее кресло инвалидное, но рано или поздно мы будем в этом кресле, и дети будут нас кормить. Я на прошлой неделе кормил мою маму. Несколько недель назад она была моим стокброкером стоковым. Она взяла мои 10 тысяч и сделала 100 тысяч. А сейчас у нее инсульт, и я кормлю ее. Она даже не может взять сама еду. Я должен ее кормить. Она не может же сама это делать. Мы будем там все. Мы туда придем все. Хорошие мысли, важный момент об этой жизни, что надо думать о своей гордыне сейчас. Если вы будете держаться за нее, вы будете более странным и смешным.
вы будете больше переживать о том, как вы, чтобы выглядеть хорошо, как поразить других людей, казаться самым умным в комнате, самым красивым в комнате. Лучше сейчас это делайте. Мы туда все идем, вы туда идете, и будет легче, когда мы туда придем, и когда кто-то кому-то, Тиму надо будет нас всех кормить. Я его кормил пиццей. Я написал эссе для своей семьи. And everyone's like, well, thanks for thinking about it. And I'm like, don't heat the pizza up too much. And they're like, why? And I said, the cheese comes out in strings and it flops down her blouse. And let it cool down until it won't, the cheese won't stretch. And that's her life, you know, like we all writing these emails to each other. Make sure the cheese is cool before you put the pizza in her mouth. Because otherwise it flops down. Пиццу, до того, как вы даете пиццу, чтобы она даже не может эту пиццу покушать. We will be there. So be goofy now. Поэтому будьте смешными сейчас. You know, what's the point of trying to be fancy or trying to be wealthy or trying to be the most intelligent or beautiful person in the room? It's hopeless. Okay? You're headed for pizza, somebody feeding you pizza, you know, and you're headed there anyway, so why not let it go now, you know, just let it go now, and have fun, be yourself, be goofy, okay, right, okay, go ahead, Jekpa Sewerche, give up your, Jekpa means, what do you call that, more than pride. Откажись от своей гордыни. От высокомерия отставь его сейчас, потому что все равно ты будешь выглядеть дураком позже. Корва-па означает... Корва-сансара. Корва-па что означает? Это человек. Мы все из сансары, мы все специалисты по сансаре. Он говорит корва-па. Sympathize with what's his name? The French great French writer. Not Rousseau. The other guy. Huh? That's his name. Anyway, he said, "Fellow sufferers." We are fellow sufferers. Всю нашу жизнь мы, друзья, по несчастью. Корва пала нинджа ке. Означает, симпатизируйте другим людям, сочувствуйте другим людям. Всем мы с вами будем есть таким образом пиццу. Кто-то к вам относится плохо, кто-то причиняет вам боль. Отпустите это все до тех пор, пока вас не ударили, не сделали вам больно. Вы обижаетесь. Потом, когда вас обидели, сразу отпускайте это до того, как вас охватил гнев. Лица. Это должна быть наша резкая, такая быстрая реакция. До того, как вы уже начинаете раздражаться. Должны думать об этом страдании. That's a lamrim practitioner. That's why it takes 20 years to teach lamrim. Okay. 20 лет, чтобы изучать, обучать ламрим. Try to avoid mistakes. Дальше. Попытайтесь избегать ошибок. Как вы реагируете? Catching yourself. Получаете удовольствие. Радуйтесь, когда вы ловите себя на половине пути. Сделайте это искусством. Ловить себя, поймать себя на середине пути, пока вы отреагировали. Помните этого человека с золотым туалетом. До того, как вы развились по-настоящему.
Это когда, знаете, вот вас прерывают проведение кино. Я должен раздражаться, или я могу подождать? Ламрим говорит, да, сейчас надо раздражаться. Я еще не в полной мере разозлился на человека. Не надо ждать дальше. Вот лучше сейчас прекратите. Следующая карта. Credit card problems. Okay. And if we had, I'm sure Tim is going to review time with all the participants. Я уверен, что Тим оставит время для повторения и всех наших идем. Okay. All right. Credit card troubles. Here's the next verse, okay? And it's from the Lojong Duduma. It's from the 7-point Bodhicitta training text, Lojong. Rang re dungyao chungwa le, de shing kiba chungna, lekba zingkyang. You and me, if we have a good day, we think things are going well. But if you're a Lam Rim person, if you have a bad day, things are going well. Okay? He says, Ina miga dugna ga, a real Lam Rim person, if they have a good day, they should get upset. If they have a really crappy... Если у тебя плохой день, то тебе не следует расстраиваться. Если у тебя плохой день, тебе нужно праздновать. Теперь $300. И все такие... Существует два... способа, как это относится к кредитной карте. Жду ваших комментариев. Я повторю. Когда происходят проблемы, прошу прощения, когда все идет хорошо, нам следует сожалеть об этом. А когда происходят какие-то неприятности, мы должны праздновать. 150 каждому. Два аспекта, два варианта. Расскажите, что в следующих строках будет в Лоджонге? Когда вещь все хорошо, вы используете вашу кредитную карту, а когда у вас проблемы, вы откладываете деньги, избавляетесь от долгов по вашей кредитной карте. Да, yes. Не забудь забрать свои денежки. $300. Следующие две строчки. Кина означает, когда у нас хороший день, когда у нас все хорошо. Карма, которую вы накопили до того, и вы ее израсходовали. Ваша кредитная карта, лимит по вашей карте закончен. А когда у вас плохой день, Big Jab означает какие-то препятствия, которые приведут вас к немцам, в низшие сферы. Вы очистили их. Вы должны радоваться, когда у вас плохой день. Вы очистили ваши долги по кредитке. А когда у вас хороший день, вы просто ее израсходовали. Этот ларим особенный. И он не говорит, откуда это. И я простираюсь перед Джоном Брейди и его проектом. Я не знаю, что бы мы делали без твоего проекта, и я тебе бесконечно благодарен. Я целый день торчу в твоей базе данных. Благодарю тебя. Это изменит весь мир. Очень скоро. Кстати, этот Лоджонг цитируется Пабонка Ринпоче, Триджангом Ринпоче. И он не говорит, кто вот эти строки говорит. Он не говорит о том, кто говорит. Это такие очень сильные строки. И я действительно потратил время в базе данных Джона Брэдди. И кто-то 15 или 20 лет назад
он был таким ботаном. И странная вещь. Во всех этих монастырях по всему миру они вносят данные, и они печатают книги, а потом все эти данные выбрасывают. Они вносят, они могут вносят данные по книге, печатают, публикуют книгу, а потом выбрасывают это все. И он, наоборот, хотел и просил у них, не выбрасывайте, а дайте мне вот эти все данные. И потом он... Нингма означает к самым древним буддистам тибетцы, это такая группа людей другой традиции. И он просил у них вот эти данные, и они дали ему. И по причине, почему они плохо относятся, потому что это из Нингма, из традиции Нингма. Но я бы поклонился этому парню. Он был мастером Дзогчен и принадлежал к традиции Нингма. Поэтому они не говорят, откуда вот эти строки про кредитную карточку. И я думаю, что никто бы и не нашел и не обнаружил, но мы нашли благодаря Джону Брэди. Чуть-чуть ниже спускайся по тексту. Там вот будет эта цитата, кстати. Название его книги, кстати. Танец в Нижнем саду, в саду из лотосов, прошу прощения. He has a long section here about the здесь очень такой длинный раздел, и он говорит об опасностях, когда все в жизни происходит хорошо. Коса, мы об этом говорили раньше, когда вы получаете какой-то пост высокий, у вас все хорошо, и вы по карьерной лестнице шагаете вверх, и тогда вы просто игнорируете дхарму. Это такое врожденная вера, что это будет длиться вечно. Когда вы действительно успешны, например, в компании, и вы занимаете какой-то высокий пост, то есть естественная тенденция, что это не будет длиться. И это причинит вам боль. Потому что эти вещи не длятся вечно. Я продолжу. Я проверил вот до этого момента. Он сказал. Цун означает тюрьма. И он говорит, когда все хорошо, то вы как словно в золотой клетке. Вы находитесь в золотой клетке. Хорошая, сладкая такая тюрьма, когда у вас все хорошо. А кто-то сказал, самая низшая позиция в комнате — это позиция Будды. Джон, который, например, там чистит туалеты, вы идете вдруг по пустыне, и вдруг увидите скамейку, которую он сделал из остатков дерева, где-нибудь под деревом. И он делает все это анонимно, секретно. Он здесь уже 12 лет, и он предпочитает не говорить об этом, когда он что-то делает. И здесь он как раз говорит, и он говорит, человек, который занимает самую низшую позицию в монастыре, например, который чистит унитазы, туалеты, это тот, который занимает место Будды.
Those who seek the lowest positions go to the highest positions. Он говорит, те, кто занимает низшие позиции, они далее займут самые высшие позиции. Джон, это был студент Атиши. Атиша поехал в Индонезию, чтобы обучаться там Глену. И у него был студент в Тибете. И этот студент был особенный. Он был очень высоким ламой и бизнесмен. Он был очень высоким ламой, и он помогал основать буддизм. Это человек, который помогал, основал ACI. Он был бизнесменом. И это был величайший лама в традиции Кадампа. И он шел по дороге и встречался с бродягой, попрошайкой. И все время останавливался и делал простирание перед этим бродягой, словно этот бродяга обладал самым большим сердцем. И этот высочайший лама делал простирание перед этим человеком. We should rather, if someone praises us, мига. Если кто-то хвалит нас, восхваляет нас, мы должны быть несчастливы по этому поводу. Мы не должны радоваться. А если кто-то нас критикует, мы должны возрадоваться. Потому что когда кто-то нас критикует, тогда в этом есть какая-то истина. В этом есть правда. Даже люди, когда они нападают на вас, критикуют вас, ты типа ни при чем. В этом есть какая-то истина. Есть зерно истины. Кто-то говорит вам что-то плохое. Зачастую, я бы сказал, почти всегда, где-то всегда будет истина. Может быть, не так, как они говорят, но что-то там есть. Иначе бы вас не критиковали. When the water reaches the lowest basin of the valley, когда вода истощается в долине, то есть хороший показатель, еще даже ниже которого нельзя опуститься. Поэтому займите вот эту самую низшую позицию, и вы никогда не будете разочарованы. Ниже некуда. Проблема в том, когда вас хвалят, когда вас восхваляют, это ведет к тому, ведет к вашей гордыне. Когда люди начинают вас хвалить, вы начинаете гордиться. Поэтому будет даже лучше, если они на вас не будут обращать внимания. Когда люди критикуют вас, некоминьян означает, в этот момент вы чувствуете себя не очень хорошо, но позже, после того, как вас уже раскритиковали в пух и прах, на следующей неделе или на следующие 10 лет, как здесь написано, вот это так, именно в таком написании, две строчки по 3.24, так означает, вы будете исследовать свое поведение. Кто-то раскритиковал вас, даже если это неправда. Вы начнете сверяться со своим поведением, и вы увидите, что есть некая истина, это вам поможет. Потому что наша естественная реакция, я ничего не делал, но вы можете это сказать, если вы верите всем, что вы делаете. В любом случае, они помогли бы понять и посмотреть на вас еще раз, на себя. После этого вы будете более осторожны, если кто-то
обвиняет вас в каких-то махинациях финансовых, а вы ни при чем. Вы все же в будущем будете более осмотрительны с этими вещами. Практика, когда вы с успехом относитесь к критике, это практика богов. Практику, когда вы используете критику для того, чтобы улучшить себя, сделать себя лучше, она очень-очень вам поможет. Она чрезвычайно полезна. И в самом разгаре сложной ситуации вы... Вам нужно необходимо вспомнить об аларме. Используйте его сразу. Будет бесполезно, если вы используете два дня спустя. Когда все идет хорошо, он говорит: послушайте, я пытаюсь вас научить, как реагировать на критику. Но я хочу, чтобы вы также были осмотрительны, когда все вокруг хорошо. Чтобы вы понимали, что такое делать хорошие поступки. Не обязательно сидеть и ждать, когда вас будут критиковать, но для того, чтобы стремиться к прогрессу и прогрессировать. Когда люди вас благодарят, например, и хвалят, вы тоже можете наслаждаться, научитесь наслаждаться этим, своей хорошей кармой. Используйте свою плохую карму как вдохновение для того, чтобы становиться лучше, но также наслаждайтесь своей хорошей кармой. И многих, которых я знаю, в DCI мы говорим, что вы должны делать кофе-медитацию в конце вашего дня. И у многих людей проблема с кофе-медитацией. Действительно серьезная проблема наслаждаться, радоваться своими хорошими поступками. И это буддийская практика, как перед тем, как вы засыпаете, вы должны думать о хороших делах, о хороших вещах, которые вы сделали в течение дня. Если вы хотите думать о проблемах, думайте о них рано утром. Я всегда говорю с восходом солнца. Тогда эти проблемы становятся маленькими. Когда у вас проблемы, неприятности, самое худшее, что вы можете сделать, это думать о них перед сном. Поэтому развейте в себе привычку сейчас, до того, как эта проблема навалится на нас. Думайте о хороших вещах, когда вы засыпаете. Просто приучите себя к этому. Вы сделали что-то плохое? Да. Кто-то на вас кричал? Да. У вас какие-то проблемы финансовые? Да. Подумай об этом с утра пораньше. Проблемы оставь на завтра. Если вы думаете о проблемах, когда вы уставшие, к концу дня, это ужас, это катастрофа, это глупо. Это доказывает, что у вас должны быть проблемы. Поэтому не думайте о них к концу дня. К концу дня — это то время, когда вы кладете голову на подушку, и как только вы соприкасаетесь с подушкой, у вас должно быть вот это инстинктивно начать думать автоматически о хороших вещах. И есть в монастыре такая шутка, что ничего не сделал хорошего, подумай о том, что ты сделал хорошего вчера. Если ты вчера ничего хорошего делал, подумай, что ты сделал на прошлой неделе или последний год, или, может быть, в какой-то из прошлой жизни. Найди что-то хорошее. Всегда есть о чем порадоваться, всегда есть о чем подумать перед тем, как вы ложитесь спать. Вы не настолько плохи, что вам не о чем думать. А можно даже подумать о хороших поступках других людей. Это тоже такая страховочка. На случай, если вы ничего хорошего не сделали, можете порадоваться хорошим поступкам других людей. Например, как Тим создал для нас этот ламрим. Поэтому не думайте о плохих вещах перед сном. В Ламриме
Вам не разрешено думать о проблемах, когда вы засыпаетесь. Вам не разрешено. Подумайте о них утром. Я сразу как просыпаюсь, не думаю, потому что я утром еще такой мрачный. Я жду, когда у меня будет, я могу съесть тост, выпить кофе, и тогда уже все выглядит гораздо лучше. И вот тогда я начинаю думать о своих проблемах. С кофе, под чашечку кофе. И намного все выглядит проще. Поэтому... Да, покушайте что-нибудь, выпейте чего-нибудь. Не делайте на голодный желудок. Не думайте о проблемах на голодный желудок. На голодный желудок. И тогда проблемы становятся такими маленькими. И половину вы их, может, даже и не вспомните. Нипа означает вторая часть. Гюрва. Что такое? У нас тут есть специалисты Гюрва. Трансформировать. Он говорит о разных методах. И теперь вы... Первый, по-моему, было Чупе. Как трансформировать проблемы. И он говорит, используйте ваше мировоззрение. Так, давайте посмотрим, о чем он тут. Чулна означает. Пытаюсь придумать хороший пример. Если вы едете отсюда из Тюксона, то можно видеть по дороге миражи. И выглядит, как будто прямо на дороге кто-то разлил воду, потому что так падает солнце, и кажется, что по дороге прям лужи воды. Это называется трулна. Как это назвать? Как мираж. Что-то вроде миража. И в этой строчке сказано «Труна кушитава». Когда вы видите мираж, это четыре тела. Это четыре тела Будды. То у Будды, правда, четыре тела и восемь пар обуви? Это четыре аспекта одного и того же тела. Я называю четыре частями, четырьмя телами Будды. За $4. $4. Хотя бы одно назовите тело Будды. Тело Манасы. Да, тело, которое они, когда они эманируют на землю. Тело рая, райское тело. Там, когда они находятся в раю. Можно сказать, тело знания, тело мудрости. Это состояние ума, всезнание. И пустота тела. Что означает? Ручка. Что это означает? То тело, их тело не происходит со своей собственной стороны. У них есть часть тела, которая не происходит со своей собственной стороны. И вот это есть пустота тела. Вот. И вот эта часть, пустота, у вас есть у вас. То есть вот это вот уже есть, эта часть уже есть у вас. Это правда. Потому что вы тот, кто происходит из своих семян. Какими бы вы ни были, лысым, это не является тем, что не происходит из ваших семян. У вас уже есть 25% тела Будды. Уже неплохо, да? Когда вы его получили, эти 25%? Никогда. Оно было всегда у вас. У вас всегда оно было. Все живые существа, у них есть потенциал стать Буддой. И никто не может забрать это у вас. Счастью. Каким бы вы отвратительным чуваком не были, у вас есть тело Будды. И вот назвать Татхагата, повторите. Татхагата Гарба. Татхагата означает Будда. Гарба означает матка Будды, чрево Будды.
И вот из этого чрева будет вырастить ваша будовость. И он говорит, а теперь мы пытаемся трансформировать то, как мы видим мир. До того, как мы пришли на это учение, мы радовались тому, когда что-то плохое происходило, и грустили, когда что-то хорошее. А как мы можем трансформировать все в пустоту? Была такая система с прошлых, существовала такая система. Второй способ трансформировать вашу жизнь с помощью пустоты. Теперь он не говорит о том, не надо говорить о том, радоваться тому, когда у вас проблемы. Теперь у нас есть второй путь, и мы рассматриваем сторону пустоты. И он говорит, существовала такая традиция в древние времена, у нас нет сейчас такой традиции. И немножко современный человек испытывает дискомфорт от этой идеи. И теперь начинается немножко философии. До этого это было отношение, когда мы корректировали наше отношение к ситуации. А теперь мы рассматриваем пустоту. Теперь мы думаем, для того, чтобы превратить проблему в возможность, теперь мы рассматриваем пустоту проблемы. И это сложнее, он говорит, это сложнее. Готовы? У нас еще есть с вами время. 6 минут. Мне нравится говорить 6 минут. Откуда вообще появились ваши проблемы в первую очередь? Давайте рассмотрим пустоту проблемы. Вместо того, чтобы пытаться превратить проблему в возможность. Давайте рассмотрим пустоту вашей проблемы. Откуда она началась? И ответ, она никогда не начиналась. Я еще раз повторю. До того мы говорили о том, что используйте проблемы как возможности. А сейчас, он говорит, откуда взялась вообще проблема? И вы должны сами себе ответить, она никогда не начиналась. Восприятие того, что проблема началась, уже ошибочно. Вот это ощущение того, что проблема началась, это уже иллюзия. Это уже обман. Забудьте о том, как превращать проблемы в возможности. Ни одна проблема еще не началась, ни одна проблема начиналась с самого начала. Практика превращения проблемы в возможности, если вы хотите глубже рассмотреть, я сейчас еще раз повторю. Превращение проблемы в возможность. Это уже иллюзия, обман. Превращение проблемы, которая произошла с вами, в возможность, уже обман. Понятно? И есть более глубокий уровень решения проблемы, потому что он никогда не произошел. Он не происходил. Есть более глубокий уровень, как справляться с проблемами. Это признать, что они никогда не начинались. Изначально они вообще не начинались. Если вы находитесь на нижнем уровне Ламрима, ну, хорошо, говорите об этой кредитной карте. Каждый раз, когда вы радуетесь, когда у вас что-то плохо, это сжигается ваша плохая карма. Эффективнее быть несчастным. И это такой умный, мудрый подход к карме. Но нет, даже нет кредитной карты. Все обман, все иллюзия. И мы не будем говорить об этом. И это очень классный такой переход, будет плавный переход в Гвадалахару. Я не могу обучить вас этому в течение 4 минут. Но я могу заронить вопрос в вашем сознании.
Если вы не сможете прийти в Гвадалахару, в Лузер, да, я думаю, если у вас есть какие-то проблемы, и вы не можете, обязательно приходите онлайн, потому что мы как раз будем рассматривать пустоту проблемы. Это намного глубже, это намного, здесь более глубокие решения всех ваших проблем. Это абсолютное решение ваших проблем. Это все, что мы пытаемся. О, я так счастлив, что у меня плохой день, я сжег много плохой кармы. Это разочаровывает. Нам не хочется вообще, может, создавать эту плохую карму изначально. Пожалуйста, не говорите о том, как хорошо относиться к моей плохой карме. Пожалуйста, научите меня, как вообще не создавать эту плохую карму. Ладно. А вот для этого мы должны поговорить с вами о пустоте. И вы должны понять пустоту. Даю вам такой вкус, то, что будет в Гвадалахаре. И мы сразу же с этого и начнем. Сразу же с этого начнем, чтобы привести вас в смятение. Сказать, что проблемы начались в нашей жизни, это сказать, что то же самое, что сказать, у вас и не было проблемы. И это называется... Давайте еще раз повторю. Когда мы используем проблемы в качестве наших возможностей, зависит от того, зависит от проблем. Проблема означает, когда уже произошла проблема, означает, что было время, когда этой проблемы не было. А потом вдруг она внезапно появилась. И вот это на английском называется «проблема началась». Кто-то покритиковал меня, кто-то что-то плохое мне сделал, у меня появилась какая-то проблема с финансами. Все, проблема началась. И это означает, что есть некая граница, то есть началась как некая граница. Что это за граница? Нет проблемы – проблема. Граница между нет проблемы и вдруг появляется проблема. Не было проблем, и тут она появилась. И предполагается, что была какая-то граница во времени. Да? Он мне позволил еще немножко поговорить. Вот 8.45 у меня еще... 8.59 у меня не было проблем, а потом она у меня уже тут же появилась. И эту проблему я должен превратить быстро в возможность. Но Нагарджина говорит... Да не хочу я проговорить про то, чтобы превращать проблему в успех. Я хочу говорить о том, когда началась эта проблема? Вы такие, окей. 8.59, у меня не было проблем. А потом мне кто-то позвонил, и тут у меня уже 8.50 появилась проблема. Например, если вам нужна четкая граница, когда появилась проблема, ну, например, между 8.59 и 8.59 еще несколько... Если вы хотите говорить, откуда, где началась проблема, вот где она началась. И он говорит, когда вот из этих строчек, что сказала жена, когда загорелся наш дом, это какие? На каком месте началась проблема? Это, как она сказала, сейчас, или начался пожар, или когда началась проблема? На каком слове, на каком слоге? Кстати, это правдивая история. Кто-то оставил газ включенным и поехал на ретрит в Алмазную гору. Там не было пожара, но практически близко была катастрофа. Так когда началась проблема? Она не началась на слове «по» или на слове «жар», а вот на каком слове «по»? И это было на слове «по» — «жар» или где-то на... Вот когда началась проблема. Когда она сказала слово «пожар», «сгорело», вот тогда началась проблема. Она горжена. А это было начало проблемы или конец конца проблемы? Мы говорим, слушай, заткнись. Что за глупости ты меня спрашиваешь? А угадай, это не глупости. Спросить тебя, спросить вас, а была ли вообще изначально проблема, когда ты говорил слово «пожар» или в конце этого слова, как ты сказал, «сгорело»? Дом сгорел. А ты говоришь, какая разница? Он говорит, а ты что, ничего не понял?
Не было никакого начала, не было никакого конца. Слово сгорело. Дом сгорел. Это ты сам придумал его. Потому что не было никакого начала, не было конца. Вы не можете найти начало и конец. И вы не можете найти конец конца. Когда начало было, когда вы сделали вдох и произнесли это слово, или когда вы закончили это слово? Или когда вы выдохнули? Какая часть конца? В самом начале или в самом конце? Вы даже не слышали этого слова. Это невозможно. Это все обман. Она никогда не сказала, дом сгорел. И все это обман. Она никогда не говорила, дом сгорел. Все ваши проблемы — это обманы. С самого начала, изначально. Относитесь к проблемам с помощью Ламрима. Поймите, что их изначально вообще не было для того, чтобы практиковать Ламрим. Понятно? Если вы не поняли, приезжайте в Гвадалахару. Понятно? Увидимся, ребята. Вот еще одна вам проблема. Мне кажется, что ретрит уже начался. Или никогда еще не, или не заканчивался. И мы попробуем обманчиво закончить это мероприятие. Действительно, было столько людей, благодаря которым это произошло, это стало возможным. Все вы здесь, вы видите, видите техническую команду, которая помогает. Мы не видим Адриану очень. Они все там, кстати, и мы их не видим. Это то, как вы должны служить. И вот это волшебство происходит. И вы говорите, вау, какое было классное мероприятие. Мы создали это классное мероприятие. Столько людей вовлечены в это мероприятие. Вы видите просто некоторых людей, но вы не видите их все. Но было у нас столько людей, которые делают это возможным. И они, их здесь нету, они онлайн, они являются частью API. Это огромная команда волонтеров. Давайте посмотрим видео и поблагодарим всех. Да, пожалуйста, включи это видео. Мы будем показывать.
know, as you can see, there's so many. Как вы, наверное, уже увидели, вот сколько всего происходит, что вы даже не видите. Вы видите, что мы переводим это на 9 языков. Это доступно по всему миру. И мы только разгоняемся. У нас предстоит в июне учить преподавательский курс для преподавателей до того, как мы отправимся с вами в ретрит. И мы уже ожидаем, что у нас будет более 100 сертифицированных учителей и, соответственно, увеличится аудитория студентов. Наша становится все больше и больше. И классно, что происходит в ACI, это то, что команда, они работают независимо. Если вы помните Ламрим, несколько лет назад мы просто собрались так в кучке и решили, давайте сделаем это. И столько времени, столько усилий мы на это тратим. И я очень горжусь этой командой. И я ухожу в отпуск месяц. Мы будем планировать завтра у нас уже понедельник. О, ужас. И это здорово, это на самом деле очень красиво. Еще хотел бы поблагодарить наших продюсеров по ретриту, Алехандро, Хасо. Иди сюда, иди к нам. Давай, давай, иди сюда. Осторожно, там камеры. 6 лет назад она была здесь у нас волонтером в Diamond Mountain Camping, и здесь так круто. В кемпинге огонь горит, ветер дует, в общем, весело. И теперь она является продюсером всего этого мероприятия, и мы очень рады, что ты у нас. Пожалуйста, оставайся, продолжай делать всю эту сложную работу. И это вдохновение для всех других волонтеров. Может быть, это изучение по тангетту. У нас столько грантов. У нас есть гранты, мы можем позволить себе еще несколько людей. Мы не можем, но помните о том, что мы не можем давать вам работу, нам нужны деньги. Очень тонна волонтеров, которые хотят помогать. Если вы хотите помогать ACI, если вы хотите связаться, это то, чем занимается команда. Мы даем возможность, мы набираем людей, и мы даем им большую возможность, и даем им возможность служить. И вся наша команда, мы нацелены на это, мы вдохновлены делать это. Спасибо, Аля, что ты с нами. И я вот что могу сказать. Вы можете и заниматься, и служить, и при этом еще воспитывать детей. У Али есть ребенок, и она еще сверху этим занимается и воспитывает ребенка, поэтому это возможно. Спасибо, Але. Очень радостно было, когда я увидела этот красивый, прекрасный браслет у Синтен. Это ты, браслет сострадания. Спасибо тебе. Еще я хотел бы поблагодарил вот этого человека, который там сзади бегает. За последние несколько лет очень плотно вместе сотрудничаем. И у нас здесь тоже есть свои вызовы. И я очень рад, что она здесь со мной.
партнере, и у нас еще множество будет прекрасных проектов, которые ждут нас в будущем. И у нас очень много всего запланировано, уже начиная со следующей недели. Не знаю, как мы все это сделаем, но жду с нетерпением. И я думаю, что ретритный центр Diamond Mountain и ACI должны работать вместе. Но мы на самом деле все время работаем вместе. Я думаю, что все больше и больше. Посмотрите, чем стал ретритный центр Алмазная гора. И все, как это все выйдет на совершенно новый уровень. Спасибо большое за все, что ты для нас делаешь. У меня есть шпаргалка. Дорогой Тим. Спасибо, что ты был другом. Спасибо, что ты партнер, который постоянно мне жалуешься. Спасибо, что ты мой ум, Ламрима. Спасибо за все идеи. Спасибо, что ты сделал все это. И что для того, чтобы все это произошло, благодарю тебя. Еще нам есть кого поблагодарить тут? Беги, беги. Да, вы оба. Дорогой Кешала, ваши учения, они бесценны. Мы хотим сделать подношение от всех студентов, всех, кто были онлайн. Пожалуйста, продолжай нас обучать. People keep asking me how to improve my health, and люди продолжают мне задавать вопросы, как улучшить здоровье. И самое лучшее, как оставаться здоровым, это когда учитель видит гармонию между студентом. Когда студенты между собой ладят, и вот эта карма, которая позволяет учителю оставаться здоровым. Я должен сказать, что за последние несколько лет люди, такие как Тим, люди, как Сунам, работают вместе, на самом деле работают вместе, сотрудничают, и это чрезвычайно. Я испытываю от этого огромное счастье, я не могу описать вам, насколько я счастлив и рад видеть эту гармонию. Во всех наших группах, у нас 18-19, эта гармония на самом деле достигла высочайшего уровня во всей нашей истории. Не знаю, что произошло, но мне это нравится, эта тенденция. Это очень высшая степень ответственности каждого. И все директоры всех этих 18 организаций, направлений, они на самом деле помогают друг другу, работают вместе, сотрудничают, постоянно улыбаются друг другу. Я должен сказать, что в моей жизни... что моя жизнь сейчас невероятно классная, потому что я вижу эту гармонию, когда люди сотрудничают вместе. Это на самом деле очень красиво. Для меня это очень много значит. Спасибо вам за вашу работу. Я думаю, что мы, наверное, завершим посвящением. Будет уместно это сделать сейчас.
And Lama Sopa, Lama Sopa. Я думаю, что здорово принять перерождение, если вам интересно, нашей организации. Спасибо. Так что увидимся в Киото. Информация будет скоро. И увидимся в Гвадалахаре. Всем огромное спасибо. Все, все свободны. Спасибо, Гешела, за то, что ты учишь нас. Пожалуйста, пожалуйста, оставайся. Мы все приглашаем вас на программы. У нас будет сессия ответов и вопросов с достопочтимой Джигми и Эрикой. Обращайтесь на платформу. Мы хотим поблагодарить всем волонтерам ACI по всему миру. Вы настоящие герои ACI. Спасибо и увидимся. До скорой встречи.
Thank you.